Здравствуйте. А как она вообще стукнулась-то? Машина выехала отсюда, да, а я ехал по главной. Вот сюда ехали? Да, он выехал, да? И даже не останавливался. Говорит, что из-за стойки меня не увидел. А куда он поворачивал? Он туда поворачивал? Да. То есть он вам навстречу поворачивал, да? Да. А с водителем что? Вроде говорит, что нормально. Вышел, говорит, что ногу там то ли прижал, но вышел вроде нормально. А вы как? Тут нормально, грудью ударился. Ну там у вас сильно разворотило. Ну да, конечно. Я начал на тормоза давить, а она плывет, асфальт мокрый. И он не останавливается вообще, как поворачивал, так и поворачивал. Прям, ну, получилось. Не смотрел, получается. Лоб-лоб, да, смотрел, да. Он смотрел туда. Ну я не знаю, куда он. Он мне показал, что он стойку. Показал рукой, что он не видит стойку. Ну, ладно. И я начал сворачивать налево, а тут встречка. Ну ладно. Куда мне ехать? Ясно. Ну хорошо, что все живы. Да-да. Тут? Ну да, недалеко. 50 метров. Он не сильно, он, наверное, более распереживался и шею потянул, я вижу, потому что голову наклонил. Ну да. Ну такой удар, конечно, сильный, да, и у вас тоже сильный. Сильный, да, получается, получается сильный, лоб, потому что лоб, лоб, да, он начал поворачивать прямо на меня. То есть прямо... И мне не было даже, куда я же увернул, потому что встречное движение с левой стороны было.